Мы находимся в Богом благословленном месте, в Свято-Елисаветинском монастыре. Я очень люблю бывать здесь и в каждый свой приезд стараюсь обязательно посетить монастырь. Вот в этот приезд у нас состоится опять встреча, обучение травничеству, фитотерапии. И я с удовольствием вас приглашаю. Какие будут темы? Тему мы немножко с вами на этот раз более углубленно поговорим о некоторых травах, о которых знали, но уже с позиции биохимической составляющей. Очень многое узнаем о тех травах, которые знаем, кажется, на первый взгляд, но они откроются вам совершенно с новой стороны. Поговорим о приготовлении некоторых мазей. Совершенно очевидно, что встал вопрос об этом сейчас более насущно, так как поступили такие предложения. Также поговорим о значении в организме человека некоторых органов, функций, и как сопряжено это с возможностью исцелять травами, натуропатическими продуктами. Значит, и что еще хочу сказать? Наверное, в этот раз непременно нужно поговорить о наших детках, о возможности профилактики сезонных инфекций, гриппа, ОРЗ, обязательно ОРВИ, потому что, как ни странно, лицо они приобрели на последний, наверное, год-полтора, несколько суровый, кашель, который длительно не проходит. Мы поговорим о механизме возникновения кашля, который именно долговременен в лечении. Поговорим, как можно его купировать быстрее, с позиции комплексного подхода, потому что очень часто люди понимают так, что это проблема бронхов и легких, кашлевого центра. На самом деле кашель бывает не только относящийся именно вот к этому пласту, с этому срезу знаний, о котором мы привыкли говорить, но еще и проблемы блуждающего нерва, печени, бывают и такие типы кашля. И многие вирусы начинают поражать не только легкие и почки, мочеполовую систему, сердечко, но еще и печень, влияют на обменные процессы печени. А завязан, как правило, это на центральную нервную систему, поэтому поговорим об этом более подробно. Тем будет очень много, и я думаю, что всем будет это интересно. Немножко коснемся восточной медицины, питания, рациона питания правильного. С радостью ждем вас. Приходите, пожалуйста. Ну и, конечно, я думаю, что немного поговорим о том, как прошел ваш сезон заготовительный. Мне очень приятно будет поговорить на эту тему, потому что хочется увидеть плоды нашей работы с вами. Правильно? Думаю, все это интересно. Наташа вот слушает сейчас и кивает, потому что у нее-то, я знаю, очень продуктивное было лето. Поэтому всем вместе будет интересно. Мне тоже это лето очень повезло. Я вот так вот прячу руки, чтобы их не было видно, потому что на них нет французского маникюра. Я только-только из поля, естественно. Вот. Работы было очень много в этом году. И, к счастью, могу сказать, что у нас открылась практическая школа травничества, куда я тоже всех приглашаю. И думаю, что вот летний период у нас теперь появилась возможность именно практически изучать это более углубленно. Думаю, что и в Беларуси мы тоже придумаем это обязательно. Приглашаю вас всех с радостью.